Всем привет! Сегодня поговорим о том, как добавить погоду в коночке Arca Linux. Значит, вот под любым моим видеороликом имеется ссылочка на мой сайт linuxromanov.com. Вот идете сюда, нажимаете вот, пожалуйста. Или на мои видео, или на конки, да, без разницы. Попадаете на Мегу. На Меге вот идете в графу коночки. И Arca Linux. Вот я добавил вот эти вот коночки. IP, Weather, Orange и так далее. Их, значит, надо будет вам просто-напросто взять. Вот так вот скачать. И сохранить на рабочем столе. Ну, у меня они уже, скажем так, сохранены. А вы нажмете на сохранить, значит, и файлик у вас окажется на рабочем столе. Затем, что нужно будет сделать? Значит, вам нужно будет вот этот файлик. С рабочего стола, вот вы его так вот берете, вот IP Weather Orange, вот так вот берете его, копируете, переходите вот сюда, .config. Ищите конки, вот конки, и вот сюда самым, скажем так, наглым образом правой кнопкой мышки берете его и вставляете. После того, как вы его вставили, вам нужно будет заняться его редактированием. Каким образом? Значит, показываю. Вы этот файлик, значит, открыли. И здесь вам нужно будет найти вот эту вот ключевую фразу. IPI ключ и код города. Вот. Значит, и все это ясно и понятно, значит, написано, находится где? Вот здесь. Вот по этому адресу его берете, значит, копируете. Открываете любую вкладку. И вот в этот адрес, в адресную строку берете и вставляете. Значит, на сайте нужно зарегистрироваться. Вот у меня, видите, написано, что я уже зарегистрирован. А вам нужно будет зарегистрироваться. Дальше. Вот. Подписаться на, значит, бесплатную версию for free. Вот здесь. Нажимаете, значит, sign up. И подписываетесь. Попадете, значит, вот у меня уже здесь, видите, вот, мои IPI ключи. Я, значит, сгенерировал, значит, мой IPI ключ вот такой. Это по Ливерпулю в Великобритании. Вы же можете выбрать, что вам нравится. Ну вот, смотрите. Допустим, пишите. Там, например, Саратов. Вот. Никогда я не был в Саратове. Ну, говорят, город красивый. Сгенерирую ключи. И вот ключик у нас уже для Саратова сгенерирован. Видите? Вот. Я сейчас его на всякий случай
копирую. Затем вам нужно будет найти вот эту вкладочку. Сейчас покажу, как она выглядит. Смотрите внимательно. Вот. Widgets конструктор. Вот мы сейчас и попробуем, как на нее, значит, попадать. Вот называется Widgets конструктор. Сюда вставляете свой Саратов. И пишите Саратов. И нажимаете на кнопочку «Найти город». Вот, пожалуйста, значит, для Саратова, значит, программа нашла, значит, вот такие самые различные варианты виджетов. Значит, ну, я вам могу сказать одно. Сильно много там не бегаете, вот, потому что все вот эти виджеты, но они привязаны к иконочкам, поэтому будет самое минимальное. А минимальное будет вот несколько облаков, вот этот вот. Нажимаете нажать на код. И вот здесь ищите обязательно код города. Вот оно. City код. Берете его, копируете. Затем, значит, вот здесь в коде города вот вставляете код города Саратов. Затем, значит, файлик нажимаете, сохранить, и будет, как говорится, вам счастье. То есть для полноты программы, значит, вам нужно вот API-key свой и код города, вашего места жительства. Вот практически и все. И в конце концов, значит, все сводится для вас к тому, что вы, значит, через мой сайт попадаете ко мне на кладовочку, на Мегу, скачиваете вот эти вот иконочки. Эти иконочки, значит, вы вставляете в директорию вот по этому, значит, адресу. .config конки. Копируете туда этот файлик. Открываете там его. И, открыв его, просто меняете API ключ и меняете на, значит, шестой тарелке, и темплейт, значит, на седьмой вставляете код города Саратова. Вот. То есть остальное там я для вас уже, как говорится, все это дело проделал, потому что на предыдущем там мало было недостаточной информации, и интернета не было. А здесь вот и интернет есть, и сколько в корневом каталоге, и в домашней папке, и своп, и RAM, и CPU, и все 33 удовольствия. То есть все, что вам требуется, это только пойти на сайт, зарегистрироваться. Вся эта процедура, она бесплатная.
Вот, и зарегистрировавшись, пожалуйста, значит, получите свой API ключ и получите свой, значит, код города. Сохраните себе где-нибудь их там в блокнотике. Вот. И затем, когда будете все это дело редактировать, вот не забудьте вставить все это дело вот сюда. Вот такая, значит, немудреная процедура. Ну, доставит она вам довольно-таки много удовольствия, потому что в Конкизен, ну, масса чего там можете нарыть, а так у вас будет, как говорится, полноценные иконочки, которые вы можете, значит, вот смотреть у меня. Вот, смотрите. Конкиарце. Вот. Это мои предыдущие иконки. Вот видите, как они... Сейчас, сейчас. Отменю я сейчас вот эти вот. Ну вот. Вот как выглядели мои, значит, старые иконочки. Пожалуйста, смотрите, кому что нравится. Значит, а теперь, значит, вот я перескочил на использование иконочек с погодой, и это мне, скажем, тоже очень нравится. Только единственное, вот я сейчас поищу опять-таки этот Funky Orange. Мы вот так вот его нажмем. И кнопочку ОК. И получим вот такие вот прелестные коночки. Так что, значит, тут, скажем, для творчества очень много места. Можете себе коночки подогнать по своему вкусу. Вот, кто интересуется темой иконочек, в интернете тоже очень много самых различных тем. Вот, ну, берите и курочите. Перед тем только как файлик заменять, в этот файлик куда-нибудь скопируйте, если что-то не так пойдет, его обратно можно будет скопировать в эту директорию, и все станет, скажем так, на круги своя. Ну ладно, значит, я считаю, что эту информацию я до вас донес. Желаю вам всяческих удач и до новых встреч.